Вязание плотной сеточки. Провязываем цепочку из воздушных петель, вяжем одну петлю для подъема и первый ряд провязываем столбиками без накида. Вяжем так до конца ряда. Теперь поворачиваемся и вяжем 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и 9. Пропустив 3 петли в основании, в четвертую вдеваем крючок и провязываем соединительную петлю. Теперь поворачиваемся на 180 градусов и обвязываем воздушную цепочку 3 столбиками без накида. Вот так. Раз, два и 3. Теперь снова разворачиваемся на 180 градусов и вяжем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять и 6. Пропускаем 3 петли в основании и в четвертую вдеваем крючок. Вяжем соединительную петлю. Снова разворачиваемся на 180 градусов и вяжем 3 столбика без накида вокруг цепочки из воздушных петель. Раз, два. И 3. Снова разворачиваемся на 180 градусов. И далее вязание повторяется. Вяжем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и соединительную петлю в петлю основания. Переворачиваемся и вокруг цепочки из воздушных петель провязываем 3 столбика без накида. Так вяжем до конца ряда. Вот и готово. Теперь поворачиваемся и вяжем следующий ряд. Для этого провязываем сначала 3 столбика без накида вокруг цепочки из воздушных петель. Раз. Два и 3. И затем вдеваем крючок под 2 полупетли, так как я показываю. Захватываем ниточку и провязываем столбик без накида. Далее вязание повторяется.
вяжем 3 столбика без накида. И один столбик без накида под 2 полупетли. И так продолжаем вязать до конца ряда. Ряд связан до конца. Теперь поворачиваемся и вяжем 9 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Пропускаем в основании 3 петли и в четвертую петлю вдеваем крючок и провязываем соединительную петлю. Поворачиваемся и обвязываем нашу цепочку из воздушных петель 3 столбиками без накида. Вот так. Раз. Два. И 3. И вяжем 6 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Поворачиваемся и, пропустив 3 петли в основании, в четвертую вдеваем крючок и вяжем соединительную петлю. Далее снова поворачиваемся и вяжем 3 столбика без накида вокруг цепочки из воздушных петель. Так вязание повторяем до конца ряда. Когда образец будет связан, окажется, что у одного края не хватает столбиков. Ничего страшного в этом нет. Просто поворачиваем вязание и начинаем обвязывать воздушную цепочку столбиками по этому краю. Теперь придраться больше не к чему.